made of things. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh, ooh, yeah, yeah. Hey. Thank you.
слушай.
далеким оркестром, все и к вам относится. Исполняли вы учиться. Вот, ну, говорит, не хочу этого слушать, не хочу этого делать. Это неправильно. Мы в институте находимся, и мы должны учиться тому, чему нас учат. Правильно? Ну вот, все, что я советовал другим оркестрам, все относится и к этому оркестру. Ну, в какой-то степени это всегда к нам относится, мы всегда можем совершенствовать больше, дальше. Пределов нету. Вот, ну, опять же, со словами та же самая. Ну, не скажем проблема, но мы же еще учимся, правильно? Вот. Ну, вообще, у вас второй язык есть какой-нибудь в институте? Раньше всегда было в институте. Они школьники. Они вообще школьники. Ой, мамочки, вы так выглядите уже артистками такими, вот уже можно они сцену. Школьники. Артистами, да? На каком, какой класс у вас? 9-й, 10-й? 11-й уже, совсем большие девочки. Ну да. Но у вас язык есть какой-нибудь в школе? Да. Какой, немецкий? Английский. Английский, да? Ну хорошо. У нас в школе английский язык, правильно? Что надо делать? Учить. Учить надо английский язык. А? Это же прекрасный язык, замечательный, правда? Очень выразительный, и какая история замечательная этого языка. Вот. Так вот сейчас самое время учить. Вот меня когда спрашивают, а ты на каких еще языках говоришь? Ну, по-русски, понятно, я говорю, да, по-английски я говорю, кстати, не стесняюсь это сказать. Еще по-итальянски довольно так неплохо говорю, да. Parliamo italiano? Окей, okay, ладно, ладно. А, постойте. А? Никто не говорит по-итальянски. Но, между прочим, если у вас есть певческий здесь факультет какой-то, вам уже от итальянского так не откручится просто, правильно? Но это на академическом. А здесь нету, да? Ну ничего. Ну, второй язык мы так или иначе всегда с ним сталкиваемся, да? Вот. Вот меня спрашивают, о, ich habe deutsche gelernt, по-немецки я мог бы хорошо говорить. Ich habe deutsche gelernt und habe vergessen alles. А мне немцы говорят, о нет, ты не забыл, ты чисто хорошо говоришь. Вот тем кончилось, что когда надо было учить, я его не учил. Почему не учил? Потому что футбол надо было играть, надо то, надо все.